somewhere, yeah. Places I've never been, yeah. Going on a tour without a care. I want to take a little trip somewhere, yeah. Places I've never been, yeah. Going on a tour. Подписываемся на канал и рядом с кнопкой «Подписаться» нажимаем на иконку колокольчика, чтобы вовремя получать уведомления о вновь выходящих видео. Лепота-то какая! Там горы. Ну вот, мы находимся на озере Тахо. Половина озера находится в Калифорнии, половина в Неваде. Интересно, да? Сейчас курортный сезон, мы нигде не можем остановиться с палаткой, поэтому очень мало видео отсюда. Вот, только могу показать, так, вон там пляжи. Пляжи пишут, что все заполнено, заезда нет. На очереди стоишь, если только одна машина выйдет, другую запускают, можно так целый день стоять. Поэтому мы, наверное, тут только проездом, но здесь очень красиво. Мы все еще на озере Тахо. Так и не получается нигде остановиться. Ну, значит, любуемся просторами. Не просто же так проезжать это место. Вот моя любимка. Что там? Сейчас какого медведя найдем. Ну, красота. Красотища, мать ее. Now I know it's over. I see you passing by. I feel paralyzed.
Наконец-то! Это Скай, это Амира. Это же Катери. Там Артем, там Лейсан. Привет. Мы наконец-то нашли место на озере Тахо. 10 баксов сюда въезд. Вот чисто за паркинг место платишь и проходишь. Можно пойти на пляж, можно сесть, барбекю делать. Но вон там вон, все места пустые. Я думаю, сюда приезжают люди чисто, чтобы пойти покупаться, позагорать. И все, что связано с водой. Мы-то с Флориды. Мы уже накупались. Там вода вот так не нужна. Нам. Мы просто путешествуем, фотографируем красивые места. Поспать в палатках, если удастся. И поехать дальше путешествовать. Да. И поехать дальше. Да. Скай. И качели. И качели. В общем, мы делаем кушать. Кушаем, отдыхаем, фотографируемся, едем дальше. Ну то, что на... Из-за того, что нельзя на этом, походу, да? Да. На траве нельзя. Только на траве. It's only one parking place? Yeah, just one spot. It's because his wheels on the ground, that's why. Yeah, it has to be just on the pavement. Because otherwise, you know, it just destroys everything else if people start parking there. Yeah, sometimes it's oil leaking. Exactly. All right, well... Have a good day. Yeah, you вот, тут остановились, думали, что это мы так припарковали машину, типа, вы должны перепарковаться. Мы такие, наша машинка вон там. И она сфоткала и говорит, я рейнджеру сообщу, походу, влетит этому чуваку. А это Скай опять, с вами Скай, она опять летит. Ну вот, полно детского сада. Очень много народа, нереально много народа. Я не представляю, как можно сюда летом приезжать. Ну, походу, надо заранее снимать, заранее заблаговременно нужно заказывать. Но просто дикарем сюда прийти и встать очень сложно. Но, тем не менее, мы смогли. Вот такое вот озеро Тахо. Подписываемся на канал и рядом с кнопкой подписаться нажимаем на иконку колокольчика, чтобы вовремя получать уведомления о вновь выходящих видео.